Что-то у тебя на спине немножко. А, не, нормально, это воротник. Да, расскажи, куда мы идем? Какой-то пятый день пытаемся дойти до моря и поплавать. Не, Наташа плавала. Ну какой же пятый день? Мы вчера не были на моречке. Нет, на четвертый день мы идем в море, чтобы поплавать. Ну я иду в море, чтобы поплавать. Да, ну да. Все никак не получается, что холодно. Сейчас ветер снова дует. Но я думаю, что постоять можно будет уже. Можно будет водичке. По щиколотку, да? Ну, вообще, конечно, очень такая бодрящая. Ну, блин, с какой водой сравнить, но холодно. А Абу-Даби прекрасен. Тебя видно? Привет. Абу-Даби зеленый, шикарный город. Аккуратненько так здесь. Вот этот путь мы уже показывали, но действительно вот приятно просто пройтись еще. Да, здесь вообще так столько парков. Очень-очень зелено. Эти вот узкие штучки мы показывали, да, когда одновременно едут мотоциклисты, велосипедисты, скутеристы. Так тут еще как-то не узкое, согласись, вот невысокие борта. И все пытаются влезть в эту штучку. Не говори. Мы когда вышли погулять, конечно, это было... Ну и, конечно же, влазит самый большой, да? Ой, какая птичка поедет, вот красиво как. А покажи небоскребы еще, вот красиво идешь. Просто шикарно. Небольшой вот шар такой, вот-вот, зафиксируйся, и это этисалат, связь, мы рассказывали уже в одном видео, по-моему, про метро. Про что, про метро? Про метро, по-моему, там проезжали шар этисалата. А, вот, в Дубае? Мы уже показывали. Шар этисалата, вот такой шар видите везде, в Дубае, в Абу-Даби, это связь этисалат. Это как у нас Киевстар, Водафон и остальные. И вот, смотрите, как красиво деревья, как подстрижены. Как шапочки, да? Да, как шапочки. Это уже начинается Корниш. Переходим дорогу, уже Корниш. Променад, как говорят, набережная, прогулочная трасса для жителей Абу-Даби, гостей, туристов. Пешеходная. Да, очень классно. Ну смотри, очень так же классно. Получается, да. Сейчас там велики, скутера. Как-то Наташа даже наблюдала из Ренисона, видела аварию. По-моему, да, что-то скутерист. Женщину влетел скутерист. Там сильно было, к сожалению, там скорую вызывали. Полиция стояла. Ну там иногда ребята проносят, они не смотрят, куда они несутся. Это, конечно, стрёмненько. Поэтому еще раз, будьте осторожны. В Эмиратах люди уверены, что они водят хорошо. На самом деле... Но они-то водят хорошо, правда. Только по это, по тебе, да? Смотри, какая красота. Мне на рябинку напоминает. Не, это как акация или... Ой, а сейчас вот эти вот пухнастики. Это красным цветет, по-моему. А сейчас мы переходим же пешеходным на наземным. Мы же ходили подземным. Что-то мы как-то первый раз... Вот, смотри, вот что я имею в виду. Так пахнут прикольно вот эти пухнастики. Да, тогда мы что-то испугались. Да. Переходим, переходим. Вот улететь вообще. Угу. Идеально, гениально. Ждем зеленый. А чего он синий, слушай? Выпил с утра. Не, серьезно, ж красный был. Ну, хип-хоп красный. Наверное, это разные линии. Какой-то. Помнишь, мы обсуждали с тобой? Хип-хоп красный, это Абу-Даби Сити Тур. Это другой. Там есть 14 точек. Абу-Даби Мол, Royal Blue Tour написано. Смотрите, вот такая зелень красивая идет. Просто любуйтесь. Я же говорю, мне очень нравится, что здесь, ну, по крайней мере, здесь очень широкие какие-то проспекты. Такая перспектива есть. Не замкнуто все. А вон уже водичка, боже, какая красота. Ой, да, когда подходишь, цвет воды, конечно, шикарный. Классный. Так и сейчас шикарный. Изменился уже, темно-синий. Поэтому хочется поплавать, но она была ледяная последние 3 дня. Не знаю, мне уже так жарко, что мне хочется это. Не такой ветер просто сейчас, да. Было так холодно, когда мы шли первый раз. Ну да, непонятные правила. Еще-то говорят, можно маску спустить, то говорят, лучше оденьте. Ну, непонятно. И приготовьте $815, да. И спускайте, что хотите. И такие, так, опа. Будем переходить, наверное. А, нет, наверное. Скажем, мы сейчас пойдем. Это неудобно, да? На одном перешли, на втором застряли.
ждали. Идем. И сейчас уже идем. Уже мы идем. И выходим на Корнишев аккурат. Тоже здесь головой нужно повертеть вправо-влево, потому что велосипедист разъехал, мы не совсем доехали. Да, кстати, это же дорожка для велосипедистов и для... Гуляют по ней, им пофиг, как бы, ну ладно. Ага. А посмотри, какая зеленая аллея, вот реально. Зелень. Шикарно. Да, тут ступенька, пенька. Много ребят идет гулять уже. Та же ступенька. Да. А я-то, знаешь, снимаю, думаю, что я снимаю? Ступенька. Это ж ты мне говоришь, чтобы я не свалилась, да? Показывали, куда смотришь, красота назад. А там, кстати, еще фонтанчики, как прямо как в земле. Да, кстати, здесь тоже скутеристы и велосипедисты ездят. Если... Сейчас вот что-то идемте. Кто любит рыбалочку, смотрите, вот ребята ловят рыбку на лесочке. Закидывают их. Идемте присоединимся, посмотрим, может, поймали они что-то. Хотя здесь везде написано, запрещено ловить рыбу. Ну что, вот, с другой стороны, Даша рассказала, что у них рыбу заберут или что? Не знаю. Заберут, не заберут, а штрафуют точно. Ну, штрафуют, но не думаю, что никто постоянно. Смотрит на нас, чтобы я это хочу снять. Не-не-не, снимай спокойно. Давай ты меня будешь снимать. Закинула стыд, как ни в чем не бывало. Правильно. Не пугай только. Фаид? Ну для них будут кушать. А ну покажи, 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 покажи. Ага. Nice. Украина. Yes, now yes. I'm from Bangladesh. Bangladesh, very nice. Nice to meet you guys. You all from Bangladesh? Yeah, all from Bangladesh. Nice to meet you. Visitor? No, resident. А это мясо, это meat? It's meat. Ага. Ну да, от это, от рыбки, от рыбки ты кусочки. Yes, yes, yes. Fish for fish. Yes. Fish for fish. Аккуратно, аккуратно, да. See you catch big fish. А how many fish you catch today? No, only two fish. I'm this not only. Yeah. It's little. Every time no, this only time pass. This not today. This home problems now coming. See. How are you doing this? It's somebody giving you fish there inside? Не, ну реально, как он так быстро вообще? Только кинул. Ну потому что они здесь, наверное, плавают. Не, ну это. Не, сорвалась, сорвалась, сорвалась. Next time, hard luck. Еще и сожрала, да? Какая рыба молодец. Умная, она сбила его. Она... Вот так развлекаются ребята из Бангладеша. Развлекаются вот они. Они кушают, они кушают. Ужин. А ну? Давайте еще. Такой бросок, черт ветра. Хорошо, так и ветра.
так за палец чувствует, так прям. Ну оно, оно же это, оно ж. А ты что, никогда не ловила? Ну, знаешь, как бы, иногда сидишь так. Ну да. Минут 30 и говоришь, да ну его надо. Ну знаешь, они это голодные. Во-первых, они же еще на мяско ловят. Значит, давай, оно давай, это. Давай. Нет, давай. Давай, камень. Да ладно, две штуки поймал. Да ладно, come on, brother, you are the best one. Аккуратно. Вот так вот две на. Год один. Ну что, помню, мы ловили, я в гостях в селе была, там даже пять. Вот накидывалось, пять. Ну да, 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 да. Аккуратно, чтоб не это. Ну добро, что пидемо. Вон они где, нычечку. Там ледик, наверное, у них. Да и какой ледик, просто в это. Мам, я в фамилии я. No. Your sister. This one here? Align. It's a beautiful country. It's a beautiful place. Place, yes, you understand. Like that. Yes. In desert. Good luck. Классно вообще. Да, слушай, двери. Ну, будет это. Нормально, ребята, мы так стеснялись подойти, так показали, действительно. Хотя реально здесь написано везде. А вон же, мы сейчас как-то мы соучастники регаты, да? Кто говорит, директор стадиона, да. Корниша, рыбу ловить нельзя. Ну что, ребятки ловят, кушают. Не, я же говорю, что здесь такого, что человек словит? Опасно то, что... Как ты сказала, наверное, если леска срывается... Опасно то, что действительно, оно бросает... А можно я тебе сейчас покажу вот это все, да? Как бы как правило и неправило. Не только мне покажи. Ну да. Я вот имею в виду, смотри, вот написано. Ну как бы, да? Люди видящие поймут. Нельзя, да, как бы? Нельзя. А мусорить можно? Вот смотри. А не убирать можно? Вот это все, что море привезло. Неужели это время до мусорки принести? Не-не-не, это все, что в море. Это не мусорили. Это в море выкинули. Конечно, это в море выбросили. Это вопрос в том, что, знаешь, вот я говорю о том, что вот человек, он словит там рыбку. Ну, блин, они что, разбогатеют от этого? Они эти рыбки, ему надо штук 10, может быть, съесть, чтобы он что-то почувствовал. В том плане, что, ну да, пойди купи. Извини, килограмм рыбы стоит 20 дирхам. Много они могут? Ну, ладно, это... Я к тому, что даже если оно леска туда пойдет мусорить, так вон у вас мусор. Загрузила тебя, да? Да. Что, я поняла. Кто-то из, скажем так, гастробайтеров зарабатывает хорошо, кто-то меньше. Ну, как бы, я думаю, что в их стране они просто какие-то люди-миллионеры, да, которые отсылают деньги своим родным и близким. И они здесь себя хорошо чувствуют. Наверное. Потому что мы читали много историй. Ну, мы знаем, в принципе, что люди здесь, которые... Ну, скажем, работают на строительных профессиях, вот таких вот, они... Получают очень мало, где-то максимум $300, и просто практически все они посылают своей семье. И там вот их семья, мы читали рассказ Тараса Ващука, кстати, нашего хорошего друга в книге, и он подробно описал все, что люди живут в таких условиях, что тяжко выживать. Ну, вот наше интервью с работником отеля, да? Ну да. Сколько он перестилает, сколько он получает. Так он может купить эту рыбу за 20 дирхам килограмм? Не может он купить. Я уверена, что семья у всех многодетная. Есть и папа, и мама, и сестра, и брат. А у многих жены и дети уже и там. Их семья чувствует себя хорошо. В Бангладеше, в Пакистане. Ну, скажем так, будем надеяться. Это распространенное мнение, но будем надеяться, что так и есть. Кстати, если можно увидеть, я извиняюсь, посмотри, какой там красивый фонтан. Вон, прямо. Сейчас я приблизила. Да, да, вижу. Ой, какой красивый. Вот встал, наверное, душек принял и идешь дальше. Да. Кстати, потом обратишь внимание, сейчас уже людей многовато. Очень многовато, я только молчала, хотела сказать тебе. О-о. Ну, посмотрим, походим по воде, чуть-чуть. Главное же там в круг сесть, там же мы показывали видео, надо сесть в круг. Ой, мне сейчас кажется, там уже все равно, круг, не круг. Ну, добренько, идем на пляж. Девушка пыталась сесть ближе к морю, у нее вещи были в кругу, она просто хотела, потому что море чуть-чуть вот дальше за кругом, даже в первом кругу сидишь. Метров 15 все равно. И лайфгард ее отогнал, сказал, нельзя, пожалуйста, в круг. То есть идите в круг. А почему нельзя? Не задавайте вопросы. А потому что я надеюсь, чтобы не поймать модный вирус, что все еще боремся с дистанцией. Ну да. Посмотри, а там, я извиняюсь, вон этот парашютист. Ну, параглайдинг, наверное. Да, лодка идет, тебя тянут. Да.
Ну все, сейчас зайдем уже на пляжик и тогда посмотрим, что там, где там. Хватит ли нам кругов? Подходишь, постараемся не снимать, там уже могут быть вопли, крики, уже когда. Да разберемся. Да, песок будет кричать на нас. Зашли уже на пляж, не так-то много людей, как оказалось, вон даже свободный кружочек во втором этом. Сейчас, да, и ну людей много, вон Наташа говорит, баржа там, да, нет лодочку. Это не баржа, это такие лодки, это яхты. Вон, смотри, еще одна стоит. Нет, это памятник, только что везли такую. Ну, может, очень много людей переодевается, идет классно. Так что будем расстилаться, в общем, мы подойдем к морю. Ты где? Старину, давнину. Подожди, а, их тянут, их все-таки тянут. Что такое? В смысле? Купаться не будешь? А ну идем. Нет, ну как это? Не, ну я тоже сейчас, наверное, не готова. Так. Ну, я бы не сказала, что прямо вау. Ну, нормально, если честно. Ну, чуть-чуть мутноватее, кстати, чем было. А что ж ты хочешь? Что это, людей сколько? Ну, а сейчас прошло. И их лайфгард быстро выйдет. Из-за чего? Оп, значит, качество воде. Что оно, не надо. Но они реально стали друг на друга прыгать, там через себя бить. В общем, могут травмироваться, и не дай бог, что-то пойдет. Ты знаешь, как столкновение, человек идет под воду, где никто не видит, все правильно лайфгард. Ой, страхитки рассказываешь. Не, ну вода нагрелась. С утра, наверное, не знаю. Походить класс. Я даже не хочу походить класс. Поплыть. Нет, все равно класс. Скажи, как пахнет. Скажи, как пахнет, какой аромат вообще. Запах, ну вода, наслаждение. Ну, поплыть бы еще, ну, классно. Постоять можно, заходить, но люди поехали. Надо быстро заходить. А вот этот, который Фаермон, который Атлантис все думают. Да, вот этот большой шпиль слева — это Марина Молл, а справа — это не Атлантис, это Фаермонт. Уже на пляже повалялись, уже дело их клонится к закату, и такие красивые кошечки здесь гуляют. Правда, мы корм взяли ей, хотя действительно мы заметили, что о, много корма действительно стоит для котика. Корниша. Ну, красивая кошечка, но надо отдать должное, она вообще не худенькая. У меня корм кушает. Кушает тебя, да? А тут вообще какие-то котики не это. Не худенькие, не, да. Худенькие. Мы видели несколько котиков, и котики вовсе не худенькие. Красотулька, дай я тебя покажу хоть. Ну, ты такая хорошая, ну посмотри ты. Красотка, красотка. Что, что? Гимнасточка, смотри, к Наташе бежит. Да. Вот как начинается уже вечер: прогулка, мотоциклы, променад на Корнише. Вот удаляется женщина с пакетом. Дай бог ей здоровья. Это она котиков кормит. Котик за нами шел, кошечка. Женщина подошла. Она узнала потом, стала бежать к женщине. И женщина дала ей корм. Этот корм, кстати, мы видим просто он на, да? Везде на Корнише. Мы просто узнаем уже этот корм и думаем, кто такой добрый, кормит котиков. Ну вот, ну та вот женщина приятная. Каждому подходит котику и насыпает. Вообще, молодец какая. Вот такой он чудесный Абу-Даби. Такое спонтанное видео сегодня вам сняли. Надеюсь, было интересно. Любите котиков, путешествуйте. Мирного вам неба.
Всем добра, ставьте лайки, подписывайтесь, нам будет приятно. И вот котик вам привет передает. Такой котик из Корниша на Абу-Даби. Вообще, что...